Так. Говорите, люди, что мы хотим? Так, читать нельзя, да? Мне можете прочитать наши требования. Мы просто хотим работать и получать зарплату. Не закрывайте нас. У нас кредиты, у нас дети. Чем мы будем жить? На что мы будем жить? Нам работа нужна. Нам работа нужна. Мы свое только просим. Вы думайте о нас тоже, не только о себе думайте. У каждого человека в магазине долги. Все живут сейчас в долг. В магазинах долги уже людям не дают. Чем людям жить? Почему вы нас не хотите слушать? Почему вы других слушаете? Только о себе всю жизнь думаете. У вас есть что сказать? Валя, скажи. Ну вот люди здесь собрались на территории КТО «Парижская коммуна». Мы будем сидеть, объявляют, да, объявляют голодовку. Пока не будет решения какого-то. Пока не прибудут представители власти, то бишь акиму области уже люди не верят. Он нас все обещает, обещает своей встречей. Да мы его и не видели. Мы его не видели. С ноября месяца люди не видели. Просят. Хотя просили, чтобы он приехал, его нет. Он встречается с противоположной стороной, а к нам он не является. Мы ходили к нему туда, но результатов никаких нет. Нас никто не принимает и не слышит. Мы просим, чтобы удовлетворили наши требования. Вот здесь вышло... КНС. Да, вот здесь вот... Зарплату, снять блокировку счетов в организации. Да дайте нам работать спокойно. Почему вы не даете? Почему везде экология? О какой экологии вы говорите? Обратите внимание, что свиньи дох, начинают падеж идет. Пока не откроются, мы объявили голодовку и будем сидеть ждать. Пока как не хотите, что хотите, то и делайте. Мы отсюда не встанем и не уйдем. То, что это все как обговорено нашим начальством, нет, народ сам вышел на это, чтобы хлеб дома был, и газ со светом, и дети были сытые. Да.